Всем привет! Сегодня мы будем готовить картофельную бабку. Поехали! Для приготовления нам понадобится, соответственно, картофель, лук, фарш, столовая ложка муки, одно яйцо, соль, перец, масло. Сначала нарезаем лук мелким кубиком. И обжариваем, добавляем масло, ждем чуть, пока прогреется, обжариваем лук, к луку добавляем фарш и вместе обжариваем все. Фарш обжарили с луком, выключаем сковороду и даем, чтобы остыло. Временем, пока у нас остывает лук с фаршем, натираем картофель. Смотрите, натерли картофель и отжимаем вот этот сок. Его выливаем, затем добавляем муку и яйцо. Затем добавляем перец по вкусу, соль. И фарш, который обжаривали. Все перемешиваем. Смазываем маслом. Готовим форму картофель с фаршем. Вместо фарша можно взять ветчину, сало, грибы. Смазываем сверху сметаной. Размазываем. И отправляем в духовку примерно на полчаса. Разогретая в духовку около 180 градусов. Все. Прошло 45 минут, можно пробовать. О. Как же это вкусно. Надо взять обязательно сметану еще добавить. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!